Какой комментарий дашь? Что мешало? Погода, поле, травмы. Вопреки всему победили. Не, насчет феноменального, если бы я 4-5 забил, это да. А так, это обычная победа. Сегодня была видна на поле команда, как единый целый играли. Отсюда, я думаю, результат. Все-таки все играли в обороне и очень хорошо выбегали в атаку. Могли больше забить, должны были забивать. К сожалению, реализовали. Где-то и фарт был на нашей стороне. Но я считаю, фарт надо заслужить. Поэтому я считаю, сегодня заслуженная победа. И все было по делу и хорошо. Сегодня, честно сказать, сначала Корнеленко получил травму. Мы уже посмотрели, кто выйдет на поле. Затем вы захромали раз, другой. Сами так на морально-волевых играли, не чувствовали боли? Казалось, что вы хотели замениться даже. Нет, я замениться не хотел. Действительно, было очень больно. По голеностопу попали там. Ну, в такой мороз, как-то через минут 5 уже холод уже не чувствовался. Как бы сам по себе заморозка произошла уже. Все-таки. А так. Сереже желаю, чтобы он поправился быстрее и уже к сборам подошел в боевой форме. Сегодня были шансы забить действительно в контратаках, но показалось, да и не показалось, а, наверное, все-таки силенок-то не хватало, устали уже во втором тайме. Ну, наверное, там уже, когда счет был 2-0, уже больше играли от обороны. Ну, не то, что силенок не хватило, а, наверное, надо было просто реализовать свои моменты чуть-чуть получше. Конечно, хотели, желание было, но что-то не получилось, что-то там не добежали. Но все равно, я сейчас повторюсь, играли сегодня хорошо, заслуженно победили. Быстрый гол сильно повлиял на тактику команды, в принципе, на ход матча? Нет, мы изначально договорились, что будем играть от обороны и будем убегать в контратаке. Быстрый гол никак не повлиял. Даже когда удаление у них произошло, мы все-таки старались и пытались играть свою игру, как изначально нас договаривались, и как главный тренер нам предложил свое видение. Сегодня мало того, что прервали длительную серию поражений, так еще впервые в истории выиграли у Амкара в гостях. Никогда такого не было. Мне кажется, что это в какой-то мере даже вот сказка, которая позволит сейчас с хорошим настроением идти. Ну, сказка это громко сказано. Все-таки любая серия когда-то прерывается, я считаю. Амкар у нас дома победил. Мы здесь, поэтому реванш состоялся. Все очень хорошо. Все, спасибо. Спасибо большое.